Собака большая у нас в гостях. Посмотрите, какая красивая, огромная, такая мягкая и ласковая. Это Черри, владелица немецкого дога Анна Золотых. Здравствуйте, Анна. Здравствуй, Черри. Ходит, все изучает. Вроде освоилась, да? Вроде да. Сначала вроде как-то у нас все собаки приходят, переживают, но потом все как дома. Особенности содержания немецкого дога. Такая тема у нас разговора с Анной. Анна, как у вас Черри вообще появилась? Это ваша первая собака? Нет, это далеко не первая собака, и выбор был очень осознанный. Шли мы к этому 2 года, когда стеклись все обстоятельства, когда ребенок в семье стал взрослый, соответственно. И долго искали питомник, нашли и по отзывам, и по качеству собак. И вот. Но немецкого дога надо уже готовыми брать, правильно? Это не порода не для начинающих. Не для начинающих, потому что есть ряд особенностей. Не минусов, например, особенностей, да, например, выращивания. Потому что щенки этих пород гигантские, они растут достаточно быстро, соответственно, им нужен особый режим кормления. Особый режим нагрузок. Пол коровы в день. Практически, да. То есть мы заносим корову, шинкуем, да. Именно так. Ну, правда, что ли? Ну, вы кормом, да, кормите? Нет, нет? Только мясом. Я против только кормов, мясо? Поэтому только это мясо, субпродукты, мясокостное. Ну, что это, какие быть объемы, вот, дневная норма? А длинная норма у нас сейчас, на ее вес 600 грамм. О, в день! 3 пайки в день, да. Вот надо понимать, да, если такой у вас пес. Вы... Почему я только не ем? Это же не к твоим не вопросам. Заработали. Вот так. Анна, жесть. Смотрите, мы с вами, когда стартовали еще за эфиром, вы сказали, вот он, она на ручке иногда, да, страшно, да, или что-то. Да, она я бывает, когда представить так, не могу, как понять на ручке? Она просто просится, потому что говорит, мама, я боюсь, я прямо переживаю, дай, дай, возьми, возьми. А как же мне... такую прелесть, надо же как-то приучить, что будет ручками, когда достигнет вот такого, да, роста. Да, да, естественно, то есть она понимает прекрасно как команду, когда это нельзя делать, то есть на улице грязные лапы, естественно, мы этого не делаем. Она подходит, прижимается, то есть у нее есть ряд таких даже кошачьих привычек, когда она просто подойдет, прижмется, мам, мам. А ей сколько сейчас? Сейчас вот полгодика ей. Полгодика? Она сама удивлена. То есть тебе полгода, что ли? Да. Подождите, она еще подрастет? Ну, сейчас мы еще не доросли до нижнего стандарта. Нижний стандарт 72 сантиметра, мы сейчас 71 в холке. Вес 40 килограмм, поэтому еще как минимум 10 сантиметров нарастет. Минимум. Предки у нее все достаточно рослые собаки. Анна, ну такая собака, она же не для квартиры. Она именно для квартиры. Да в том-то что? И дело. Во-первых, это собака гладкошерстная. То есть она не для уличного, не для вольерного содержания. Она не выдерживает никаких температур низких. Соответственно, на зиму это нужно одевать. И в квартире это не маленькая собака, которой много, которые там суетятся, их постоянно они в зоне внимания. Это такая собака, которая пришла домой, она легла на диван, взяла свою игрушку, мусолит, и все, ее не видно. Да вы что, то есть такой вот диванчик, видно, это диванчик, это на самом деле пуфик. Можно это... на нее лечь, да, спокойно. Она, да, может спать с вами, и зимой очень хорошо, потому что тепло. Ну вот вы сказали, тебе, ждали, да? Пока ребенок подрастет. Да. То есть с ребенком ладит собака? С ребенком ладит. Дело в том, что собака крупная. Если ребенок маленький, она может уронить. Случайно. Нечаянно, случайно, конечно, потому что габариты. Тем более, если это щенок, он достаточно бесявый, то есть это активная собака. Не скажу, что они прям лежачие вот в этом возрасте. А так, да. А скажите, Анна, а вот Черри, вот это такая порода, это сейчас дорогое удовольствие? На самом деле нет, многие маленькие породы превышают цену нашей собаки. Сейчас вот конкретно ценовой диапазон на бездокументных щенков где-то около 30 тысяч. С документами от 70 до, наверное, 150, прям зашел-ушел класс. А что на ухе вот за повязка? Это пластырь, так как у нас уши купированы, ну, как бы захотели так, чтобы было красиво, потому что голова смотрится по-другому. Хрящи достаточно тяжелые, то есть их нужно подматывать. Примерно до года ставится именно хрящ, чтобы они были стоячие. Вверх, да? Потому что по породе у них уши висячие. А, да? Да. Вот оно что. Да. Но это тоже надо учитывать тем, кто заводит? Да, или естественно, это... потому что это входит в ежедневную гигиену, помимо обработки слизистых, допустим, чистки ушей, чистки глаз, это также входит. То есть раз в 2 дня хотя бы примерно это нужно будет пластырь этот снимать, менять. Анна, ну рассказывайте, отдельная комната у Черри есть? Нет. Все отдельные для нее 3 комнаты. У нее все 3, да. Вы сказали, что это такая собака-телохранитель. То есть она все-таки привязана к владельцу и не подпускает. Только к владельцу, к семье, да. К посторонним это настороженная собака. Это прописано даже в стандарте.
Там звучит это так. Собака с уравновешенной психикой, без агрессии, но с умеренной злостью. Что это обозначает? Что то это? Есть самое первое, она не нападает. Это собака думающая, анализирующая. Она прежде чем сделать какой-то ход, она очень много думает. И, соответственно, она будет проявлять злость, то есть охрану, только когда чувствует опасность. Ну, то есть ребенка с ней, когда ребенок совсем повыше станет, да, можно будет отпустить, можно и в целом быть спокойным. Но ребенок удержит ли такую собаку в случае собака чего? Она контролируемая. В том-то и дело, что это также особенность породы, это послушание. Она от природы очень умная собака, и она очень послушная. Так, расскажите, сколько весит она сейчас, взвешивали? Да, сейчас 41 килограмм. 41, да? Мне казалось, килограмм 80 уже. Может, свои полгодика. Может, будет. Что нужно знать за тем, кто решил завести такую собаку? Вот что-то такое вот особенное, важное и суперглавное. Все-таки это особенности выращивания, потому что собаки тяжелых пород требует особый вот режим именно питания, потому что им требуются натуральные хондропротекторы для связок, для костей. И нужно ограничивать активность, потому что это может привести к травмам. То есть, допустим, до года это никаких прыжков. Стараться ограничивать движение по лестницам, либо это умеренное движение, потому что возможны травмы. Ну и также, что у них достаточно шерсть такая, особенность, они гладкошерстные, они не выдерживают морозов, то есть это обязательно нужно одевать. Но в общем и целом это действительно очень удобная квартирная собака, спокойная, она зря лаять не будет. Вы занимаетесь как-то дрессировками? Послушанием мы с ней занимаемся с 2 месяцев, то есть как она приехала, начали самостоятельно, да, к кинологу мы, да, пойдем. Вот нам уже полгодика исполнилось, сейчас режим работы наладится, и мы будем записываться именно к кинологу на занятия. Короче, еще время надо, да, на собаку? Общий курс дрессировки обязательно, я считаю, для собак. Так, ну утром вы сейчас погуляли, надо еще вечером погулять. А в целом она дома вот лежит, нормально себя чувствует? Да. У нее покрышки, игрушки, телевизор, да, все это вот в ее режиме вообще есть. Вообще кайф. И 1,5 килограмма мяса. И 1,5 килограмма мяса. Вот так вот все просто. Не жизнь, а сказка. Всего лишь 40 килограмм любви. Спасибо большое, Анна, спасибо большое, Черри, за то, что к нам сегодня пришли в гости. Вот задумайтесь, собака это все-таки не просто так, тем более собака большая, это большая ответственность. Да.